громче, друзья мои. Посмотрите, вот на сцене уже столько всего появилось. Мы заставили всю сцену абсолютно, хотя в течение двух дней здесь было достаточно свободно, вольготно и удобно. Dear friends, louder, louder, louder. Give us warm welcome and applause. You see how many tables are here and cheers. And it was empty just a day ago, and there are so many people now. В очередной раз я очень рад, что со мной рядом стоит очаровательная Катя, которая будет переводить для наших иностранных гостей. And I'm so happy that I'm again the interpreter here, and I'm myself so pleased to have here my great partner, Игорь. Thank you very much. Друзья, итак, мы начинаем финал Гран-при Роял Канин 2014 года. Два дня работала наша выставка. Огромное количество участников. И сейчас на этой сцене появятся лучшие из лучших. So, dear friends, it's high time to start our Grand Prix final Royal Canin. Two days of hard work, of top competitions, and now you will see the... Состоялся Гран-при Роял Канин. But now, first, I would like to invite to this podium those people, without whom Grand Prix Royal Canin will never be possible. Это члены оргкомитета нашей грандиозной выставки. These are the members of the organizing committee of our great cat show. Я приглашаю на эту сцену. Ну, давайте, по именам-то будет не очень долго. Представители всех систем, поднимитесь, пожалуйста, к нам. Мы очень хотим видеть вас и искупать вас овациями. All the representatives of all systems, please come up to the stage, because it will be too long to name you everyone personally. Все, что делалось заранее, все, что происходило здесь в течение двух дней, все это благодаря нашим обожаемым специалистам. А, вы каждый к своей системе подошли? Ну тогда, знаете, чтобы никто не путался, вот это МФА. This is MFA. So for two days, everything what was going on for two days is due to their hard work. Please come to your system. Каждый член оргкомитета стал возле своей тумбы, и, наверное, вы уже понимаете, кто какую систему представляет. Every member is standing at the each podium, and I understand now who or which organizing member represents which company, which association. Мы с вами, Катя, представляем FIFA. And we, as we understand, we represent FIFA. Мы не будем много говорить, я с большим удовольствием передам сейчас микрофон уважаемым членам оргкомитета. Кто бы хотел сказать несколько слов о нашей выставке? I'm not going to take too much of your time. Now I would like to give the microphone to our members of the organizing committee. Who would like to be the first? Артём, прошу. Артём, you're welcome. Лейку огромная честь участвовать в таком проекте. Мы очень рады, что наши ринги привлекают много участников благодаря такой замечательной выставке. И я не буду долго тянуть, потому что очень много животных ждет, кто же станет обладателем Гран-при. Всем удачи, хочу пожелать перед нашим финальным конкурсом. Болеть будем за каждого победителя. Honor for me to be here, but I'm not going to take too much of your time because there's so many animals waiting for the judgment. Добрый вечер еще раз. Для МФА этот год был особенный. Мы 20 лет праздновали наше существование нашей организации, поэтому этот год особенно был приятный для нас. И содружество тоже приятное, особенно проект, потому что содружество это не только содружество человека и животного, да? Это содружество разных систем, разных клубов, разных городов и разных стран. Я думаю, что это самое главное. Содружество, приятная атмосфера, прекрасные животные, замечательные эксперты, лучшая выставка года. Спасибо. So this is a special event for us because this is already 20th anniversary. We have been working for 20 years already together with Содружество. And by the way, Содружество in English means a partnership or cooperation. And this is the partnership and cooperation between among animals, among people, cities and countries. Ну и мои коллеги сказали уже много добрых слов и таких правильных, теплых слов. Я хочу сказать, для меня эта выставка никогда бы не состоялась, если бы не было две вещи. Во-первых, нашего любимого спонсора Роял Канин, который помогает делать такую великолепную выставку. И, конечно, без вас, дорогие заводчики, если бы вы не приходили на наши выставки, если бы вы не приносили таких потрясающих животных, то никогда бы ее и не было. Спасибо вам большое. Lots of warm and kind words have been already said, but I would like to say that there are only two main drivers of this cat show. Our sponsor, Royal Canin,
and our great breeders who bring us their wonderful animals. Дорогие наши участники, дорогие зрители, наш любимый, самый лучший спонсор. Вы знаете, мне хотелось бы перечислить все самое лучшее, замечательное, что мы видели сегодня и вчера. И мне хочется поблагодарить, вы знаете, наверное, весь мир, потому что для нас большое счастье видеть эту выставку, видеть сияющие лица детей, мужчин, женщин, бабушек, дедушек. Спасибо вам большое, что вы всегда с нами. Благодарю вас. Dear participants, dear friends, dear sponsor, thank you so much. I would like to name everyone. I'm so happy to be here and to see everything what I managed to see during yesterday and today. I'm thankful to the entire world. I'm thankful to people, to children. I'm happy to see their smiling faces here. I'm also happy to see elderly people who come here. So thank you so much, because due to you, we are all here. Я надеюсь, что никто не обидится, если я скажу, что сейчас я передам слово председателю... А нет, у нас еще один представитель еще одной системы. Несколько слов, прошу вас. Just a few words, one more representative of another system. Здравствуйте. Хочу всех поблагодарить за присутствие. Хочу огромное сказать, выразить спасибо нашим спонсорам Роял Канину, лично Наталье Свиридовой, такой хрупкой женщине, которая на своих плечах вынесла просто целый путь работы. Вы даже не представляете, что она проделала. Наша выставка продолжалась 2 дня, а работа длилась еще целый год. Спасибо огромное всем и моим партнерам, конечно. I would like to thank, first of all, our sponsor, Роял Канин, and personally, Наталья Свиридова, for her hard work, for this turmoil, for everything what she took on her fragile shoulders. The cat show has been going on just for 2 days, but the organizing work took the entire year. Thank you so much. Ну и в финале слово председателю оргкомитета. Надеюсь, никто на меня не обидится, если я так Наташу представлю. Собственно, специалист компании Роял Канин по организации вот такого рода глобальных международных выставок кошек. Наталья Свиридова. And we would like to give the floor to Наталья Свиридова, specialist. Уважаемые гости, уважаемые участники, дорогие наши эксперты, я хочу сказать, что я испытываю огромное чувство гордости за этот проект. Я волнуюсь, конечно, страшно. Большое спасибо всем, кто принимал в нем участие, моим коллегам-филинологам, девочкам из Роял Канин. Мы счастливы, что этот проект наш, что он такой глобальный, масштабный. В общем, я волнуюсь, я не знаю, что еще добавить. Я надеюсь, что вам очень все понравилось. Пожелаем побед нашим участникам. Всем вам большое спасибо. Dear friends, dear judges, dear participants, I'm so excited and I'm so proud that we managed to do what we have done, and I'm really thankful to my colleagues, to Роял Канин girls, to Cat Fences, to everyone for their hard work. Thank you so much, and let's wait and see who is going to be the winner. Мы провожаем аплодисментами председателей систем, членов оргкомитета, спасибо. Вы свою миссию выполнили, Катя, пойдемте сюда. So let's give a welcome applause, a farewell applause to our experts and the judges from the different systems. Мы будем работать сегодня здесь. So today we are going to work here. Итак, дамы и господа, возникает вопрос, а судьи кто? Ladies and gentlemen, the question is, who are the judges? И сейчас мы узнаем. Мы с большим удовольствием хотим представить вам судей международной категории. География судейства весьма и весьма широка. И, поверьте, эксперты весьма высокого уровня. And I would like to give you, to introduce you, our judges, global judges, who are well-qualified and well-known experts. So, who are they? Так кто же это? Позвольте для начала сказать вам, я приношу извинения, если вдруг неправильно произнесу чью-то фамилию. Я сегодня буду впервые говорить на финском, на голландском и, наверное, отчасти на русском. I would like to apologize from the very beginning if I misspell some of the words, if I don't pronounce them correctly, because today I have to speak in Finnish.
and in Dutch, and partly in Russian. Итак, ваши аплодисменты, дамы и господа, встречайте наших экспертов. Внимание на экран. Система CFA. So, ladies and gentlemen, please, your attention. Have a look at our screens. CFA system. И мы приглашаем экспертов на сцену. Донна Фуллер, Соединенные Штаты Америки. So we'd like to invite our expert to the stage. Донна Фуллер, United States of America. Громче ваши аплодисменты. Please, louder. Наш следующий эксперт. Пам Делавар, Финляндия. Next expert, Pam Delavar, Finland. Следующая система, FIFA. И эксперт, который судит, Чарльз Спикер, Нидерланды. FIFA system, Чарльз Спикер, Нидерланды. Наш следующий эксперт, вот, кстати, впервые на финском, Сату Хаммадайнин, Финляндия. And the next expert and the judge and the Finnish language. Finland. Следующая система и следующие эксперты. ИКУ. Лариса Киселева, Россия. ICU, Лариса Киселева, Russia. Наш следующий эксперт. Светлана Иванова, Россия, судья международной категории. Our next expert, Светлана Иванова, Russia, the judge of the international category. От системы МФА Гран-при судит Инна Клик, Россия. МФА, Инна Клик, это judge, Russia. Наш следующий эксперт Хелен Крокет, Соединенные Штаты Америки. Ваши аплодисменты. Our next expert judge is Helen Crockett, US. ВЦФ и эксперты от этой системы. Катерин Бастай, Франция. WCF. Катрин Бастид, Франция. Ваши аплодисменты. И следующий судья. Альберт Курковский, Польша. Your applause to the next judge. Альберт Курковский, Poland. Уважаемые эксперты, я обращаюсь к вам. Dear experts, I would like, dear judges, I would like to address to you. Если у вас накипело, если вы хотели бы сказать несколько слов в адрес нашей выставки, мы готовы их выслушать. If you are so desperate to say something to address to the participants of our cat show, we would like to give you the floor. Мы бы с удовольствием посудили. Посудили кошек, а не говорили. Никаких слов. So, no words. Please, присаживайтесь, пожалуйста. So, please take your seats. Ну что, друзья, эксперты занимают места за этим большим и длинным столом. Как мы вам уже рассказывали, буквально несколько, вот, за несколько минут до начала нашего финала Гран-при, система следующая. Мы приглашаем от каждой системы, которая представлена на нашей выставке, животное в одной из номинаций. Владелец или заводчик выходит с победителем на эту сцену. Сначала встает возле своей тумбы, чтобы вы увидели это животное вот с высоты сцены. А затем, собственно, владельцы, заводчики спускаются к нашим экспертам. И там уже, как это обычно бывает, на ощупь, лично руками наши эксперты проверяют, какое же животное достойно суперприза. So, while our judges are taking their places at the longest, very long table, I will explain you briefly the procedure. So first, our owners should take their animals, or breeders should take their animals and come to the podium. Each should stand at the each of the boxes, and then they should come down to the judges. The judges will personally touch and have a look at all the animals and give their values. Уважаемые судьи, вы готовы? Dear judges, are you ready? We are started. Итак, so, мы начинаем. Let's go. Внимание на экран, уважаемые дамы и господа. Мы начинаем первую номинацию «Лучший котенок выставки». Please have a look at the screen, and we start in the nomination «The Best Kitten». Итак, первый финалист от системы CFA. Персидская порода, Личвера, Чумакова Елена. Приглашаем вас на сцену. Номер 5. So, and the first nominee is Личвера. Russian, Elena Chumakova.
please come to the stage. Ваши аплодисменты, пожалуйста. Your applause. Следующий лучший котенок от системы FIFA. Кокполкет Симба, Рэгдолл, Моника и Патрик Кок, Польша, номер 172. The second nominee is Belkos Polket Simba, Rectal, Monica and Patrick Kos. Внимание на экран, следующий финалист от системы IQ. Сайберия Царь Винер, Экзотик, 438, Шабакина, Новосибирск, Россия. So the third nominee, ICU System, the best kitten, Siberian Tsar winner, exotic short hair, Shabakina, Novosibirsk. Следующий финалист от системы МФА. Gadget of Grand Rochelle, британская короткошерстная, номер 608, Шульгина, Москва, Россия. MFA System, the best kitten, number 608, Gadget of Grand Rochelle. British Short Hair, Шульгина. Наш следующий финалист от системы ВЦФ. Оливия Саверейн Вирту. Бурманская порода, номер 1062. Николаева, Россия. WCF System. Оливия Sovereign Virtue. Burmese. Russia. Николаева. Итак, друзья, давайте посмотрим, есть ли у нас еще один финалист. Dear friends, let's have a look whether we have one more nominee. Пять. Все, отлично. So we have five all in all kittens. Итак, уважаемые эксперты, мы предлагаем вам познакомиться с лучшими котятами выставки. Прошу вас, уважаемые участники, проходите, пожалуйста, к судьям. And now, dear judges, please, it's time to have a closer look of our best kittens of the cat show. И вот сейчас начинается работа. Судьи оценивают лучших котят нашей выставки. And now the actual work starts when the judges trying to give the marks, give the scores to our cats. Альберт, вы хотели бы еще раз посмотреть котенка? Одна кошка без номера. Какая кошка? Какая кошка без номера, друзья мои? Вот очень важно, чтобы вы были с номерочком, подходя к судьям. One cat is without number. Which cat is without number? It's very important. Показывайте, пожалуйста, номер свой. You should have a number and show it. Сейчас мы разберемся, Альберт, сейчас. Thank you.
Если мы говорим об этом номере, это 174. 174. Наши судьи, если я правильно понимаю, отдают свой голос какому-то одному животному. Да, такая система. If I understand correctly, our judges should give their votes to one animal only. И сейчас подводятся итоги. Каждый судья выбрал животное, которое понравилось ему больше всего. Затем оргкомитет тут же подводит итог, то есть мы подсчитываем голоса, которые отданы за ту или иную кошку. So as far as I understand, now we're summarizing the results. And as soon as we have the results, our organizing committee will have them and make the final calculations. Уважаемые зрители, поддержите, пожалуйста, негромкими аплодисментами, чтобы не испугать и так нервничающих животных. Но посмотрите, какая красота на сцене, между прочим, 5 лучших кошек нашей выставки. А это на минуточку дорогого стоит. Please, let's give warm, but not very loud rounds of applause to our participants, to the cats, because they're so nervous in their tight already. These are the best kittens of our cat show. Мы еще раз перепроверяем, чтобы все было абсолютно честно. 4 голосами. So we check it once again to ensure that everything is honest. Лучшим котенком нашей выставки признается. Four votes have been given. Номер 174. To number 174. So this is the best kitten of our cat show. От компании Royal Canin все финалисты получают огромные наборы подарков в знак благодарности за то, что вы сегодня с нами, что вы вышли в финал, это тоже дорогого стоит. И мы хотим вам сказать, что выставок много, но гран-при Royal Canin одна, поэтому в следующей категории взрослые животные или как уж там у вас пойдет дальше, лучший кастрат, участвуйте, пожалуйста, время идет и у вас есть возможность еще приехать к нам и победить в следующей выставке. Кстати, обращаю внимание, что следующая выставка будет летом. So all our participants, all our nominees will get presents from Royal Canin. So, but you will have a chance to win in other categories and in other cat shows. There will be more cat shows, not only this one, but please remember that Royal Canin is the only one and is second to none. The next Royal Canin cat show will be in summer. Пока у нас раздаются подарки, я вот позволю себе рассказать, что же входит в этот подарок. Это специальные, не знаю, такие вот кошачьи какие-то матрасы, на которых может отдыхать ваша кошка. Это большие ведра, в которых нужно хранить сухой корм Royal Canin. И это большие упаковки корма и красивые кресла для выставок, чтобы вы могли себя комфортно чувствовать на других выставках в том числе. Помогайте, помогайте участникам собирать подарки. They include mattresses for cats, they include lots of food for animals, and also nice chairs to be participants of next cat shows. And now please help our participants, help our nominees and the winners to take all their presents away from the stage. Еще раз аплодисменты победителю, номер 174, браво! Let's once again congratulate and applaud to our winner, 174. Вот он, мы их держим, никуда не отдаем, Артем, спасибо. Ну что ж, друзья, переходим к следующей номинации. Уважаемые судьи, опять на ваши плечи ложится работа. And now, friends, let's move to the next part of our work. Dear judges, once again,
Please accept a new Burton Award. Итак, номинация «Лучший кастрат». Nomination «The Best Neuter». Внимание на экран. От системы CFA на сцену приглашается номер 155. Black Pearls, Ямакаси, Персидская, Ольга Халикова. We would like to invite to the stage the nominee of CFA system. Black Pearls, Ямакаси, Persia, Ольга Халикова. Следующий участник от системы FIFA. Headliner Sweetway, британская короткошерстная, Рюмкина Александра Грифцова Ирина, Москва, Россия, номер 215. And the second nominee from FIFA system. Headliner Sweetway, British Shorthair, Александра Рюмкина Ирина Грифцова, Москва, Россия. Мы продолжаем. Следующая система и следующий финалист от системы IQ. Lucky Ticket... Как правильно? Джабатус? Ориентал. Демина, Москва, Россия, номер 542. The third nominee from ICU system. Lucky Ticket Джабатус. Oriental Shop Hair. Демина, Москва, Россия. Наш следующий финалист. Внимание на экран. Система МФА. Нортия Варина Графства. Или Варина Графства. Британская. Ельникова, Волгоград, Россия, номер 616. And one more nominee, MFA, Novartia Vinogradsko, British, Ельникова, Волгоград. И еще один у нас есть финалист от системы ВЦФ, Master White Star Indiana, американский кёрл, Рудакова, Пенза, Россия, номер 825. We have one more nominee from WCF system, number 825. Master White Star Indian American Curl. Рудакова, Пенза, Russia. Уважаемые владельцы, приглашаем вас к судьям. Спускайтесь, пожалуйста, под аплодисменты наших зрителей. Мы желаем вам удачи. Скоро кто-то из вас уйдет отсюда с огромным кубком. The owners, please go down to our judges. I wish you every success, because soon one of you will leave this stage at this exhibition. Get show with the cup. А, будьте добры, салфетки, пожалуйста, бумажные, девочки, организаторы. А, Ира, Ира, салфетки бумажные, вот судье, пожалуйста, принесите. Внимание участников финала. Очень важно, вот возвращаясь сюда к нам на сцену, чтобы было видно ваш номер, чтобы судьи могли вас тут же правильно оценить.
So dear participants, please all show your numbers for our judges to give you their value. Итак, судьи уже практически определились со своим выбором, и мы очень скоро узнаем, кто же побеждает в этой номинации. Our judges have nearly made their choice, and soon we will find out who is going to win in this nomination. Четырьмя голосами победителем в номинации «Лучший кастрат» становится номер 542, система IQ. Вручайте, пожалуйста, подарки. Я сразу обращаю внимание тех, кто пришел поддержать своих друзей. Вот в этом нашем замечательном действии подходите ближе к сцене, нужно забирать подарки, их очень много, их не унести одному человеку, тем более, если он держит животное в руке. Dear supporters, those who came here to support your friends, to support cats, please come to the station, take all the presents. А тем, кто не получил победу в номинации, я вас умоляю, ну не расстраивайтесь. У вас такие роскошные животные, такие красивые коты и кошки, что это просто счастье. And those who were not chosen in this nomination, who didn't win in this nomination, please don't get upset. You have so gorgeous cats. They're so great and superb. И я хочу сказать, что не за горами следующий гран-при Royal Canin, поэтому участвуйте дальше. And quite soon the new cat show Grand Prix Royal Canin will be. And be participants of the next cat show. Еще раз аккуратные аплодисменты нашим финалистам и победителю. So once again, very discreet applause to our winner and participants. Уважаемые зрители, еще раз ваши аплодисменты нашим финалистам. And let's give once again a round of applause to our winners and nominees. Ну а мы переходим к последней номинации «Лучшее взрослое животное». And now let's move to the next nomination, the best cat. В этой номинации у нас 6 финалистов от каждой системы и один победитель ринга Royal Canin, специального ринга. So here we have 6 nominees and they're from each system and there will be also the nominee or the winner of a special ring Royal Canin. Ну что, мы готовы представить вашему вниманию наших финалистов номинации «Лучшее взрослое животное». And now we're ready to bring to your attention our best cats in the nomination, the best cat.
Внимание на экран. От системы CFA номинируется Scottish Fold, Room Fold Prince TR 145. Надежда Румянцева, Олеся Смирнова, Москва, Россия. Please have a look at the screen. From CFA system we have Room Fold Prince TR, Scottish Fold, Long Hair, Надежда Румянцева, Олеся Смирнова, Москва, Россия. От системы FIFA. Дженнифер Сибири Бонапарт, Невская Маскарадная, Матвеева, Россия, номер 372. FIFA. Дженнифер Сибири Бонапарт, Нива Маскарей, Матвеева, Раша. Уважаемые участники, сразу выходя, обратите внимание, судьи уже работают, номера должны быть видны. Dear participants, please all show your numbers, because our judges are working already. Judging you already. Следующий участник от системы ИКУ. Утиос Ангара, сибирская порода, Лауфер, Москва, Россия, номер 482. The next nominee, ICU system, Утиос Ангара, Siberian, Лауфер, Russia. Наш следующий финалист от системы МФА. Эовин Винтерос Варина Графства. Британская порода, Ельникова, Волгоград, Россия, номер 625. MFA. Эовин Винтерос Варина Графства. British. Ельникова, Волгоград, Россия. И один номинант, который добавляется в финале в номинации «Лучшее взрослое животное» от Ринга Роял Канин. А, ВЦФ мы еще не назвали. Извините, ради бога. Кок Полкет Афродита, порода Рэгдолл, Моника и Патрик Кок, Польша, номер 960. WCF. Кок Полкет Афродита, Рэгдолл, Моника и Патрик Кок, Poland. Чуть не забыли про ВЦФ, надо же. Sorry for this, we forgot WCF. И у нас есть победитель Ринга Роял Канин. Внимание на экран. Оскар Дандре Кэтс, Бурмис, Дёшин, Россия, номер 19. We also have the winner of Royal Canin 3. Оскар Дандре Кэтс, Бурмис, Дёшин, Россия. Уважаемые финалисты, номера видны. So, dear nominees, make sure that all your numbers are visible. Вот в том порядке, как вы стоите, прошу вас, спускайтесь, пожалуйста, к судьям с этой стороны, подходите к столам. This part of the stage, please go down and come up to our judges. Знаете, Катя, я прекрасно понимаю, что никакого отношения к этим животным не имею, но я стою сейчас и очень сильно переживаю за участников. Не знаю, у меня сердце прям выскакивает. Вот настолько волнителен этот момент финала нашего. Well, you know, Igor, I feel the same. I also feel that my heart is bouncing in my chest, and I'm so excited, and I'm desperate to know who the winner is, but all they get so beautiful and so gorgeous. It's hard to give anyone the first place.
уважаемые господа, если вдруг вы увидели, где-то валяются ключи от автомобиля, это не шутка, это не моя машина, поверьте. Я не теряю ключи от квартиры, от машины, где деньги лежат. Где машина стоит? Я не об этом сейчас. Будьте добры, если вдруг вы нашли ключи от автомобиля, вот к нашим девочкам-организаторам, к Ирине, к Наталье, подойдите, пожалуйста. Мы вам дадим конфетку. Очень не хочется, чтобы победитель не только кубок увез, и автомобиль с собой. А, кстати, подходили, спрашивали у нас, а автомобиль, говорит, будут разыгрывать? Может быть, это оно? Ну что, друзья мои, я не удержусь, я не могу этого не сделать. Дайте-ка я посмотрю на ваши номера. Покажите еще раз свои номера. So, dear friends, please show your numbers. Пожалуйста, покажите мне номера. Show я хочу numbers. Увидеть победителя. Я уже знаю, кто это. And I know who the winner is. Четырьмя голосами. So, again, four votes. У нас прям стабильно все идет, четыре голоса. So, you see, we always have four votes. Гран-при выставки в номинации «Лучшее взрослое животное» забирает... So four votes decided that the best cat will be... Номер... Number... 145! 145! Вот так становятся звездами выставок. Под ваши бурные аплодисменты. Спасибо огромное, друзья. You see how you can become the star of the cat show. Всем остальным мы хотим сказать, друзья, вы великолепны. Ваши животные божественны. Спасибо вам огромное за то, что вы с нами. Впереди еще много выставок. Участвуйте, побеждайте. Все еще впереди, ничего страшного. Дайте мне тоже смахнуть слезу. Please don't get upset. You're so great. You're so wonderful and beautiful. There are so many exhibitions ahead of you. So see you there. Отдельно я хочу сказать огромное спасибо нашим дорогим судьям. And I would like to thank our dear judges. Несмотря на какие-то непонятные отношения во всем мире, все, что происходит, мне кажется, вот эти моменты, они вне политики.
despite whatever is going on in the world, I think that such things are beyond politics. Спасибо огромное, друзья. Thank you so much, friends. Ну а всем остальным я хочу сказать, что до свидания, Гран-при Роял Канин 2014. Здравствуй, Гран-при Роял Канин 2015. And to all of you, I'd like to say goodbye, Роял Канин Гран При 2014. And hello, Гран При Роял Канин 2015. Следующая выставка состоится 27-28 июня 2015 года. Павильон 75 ВВЦ. Ну, собственно, ждем вас в гости. And the next cat show will take place on 27-28 of June 2015, Moscow. Vivian Hale, BBC, 75th Pavilion. See you there. Спасибо. До новых встреч. До свидания. Thank you and see you soon. Goodbye.